אז יש תפילה שאנחנו מקווה שאנחנו מתפללים אותה כל יום, או שלפחות מלמדים את הילדים שלנו. Есть одна молитва, я надеюсь, что все повторяют эту молитву каждый день, и по крайней мере, или по крайней мере учат своих детей этой молитве. שזה תפילת אבינו שבשמיים. И это молитва, которая называется Отче наш. ויש שם כמה מילים לקראת הסוף, ואל תביאנו לידי ניסיון והצילנו מן הרע. И есть там такой отрывок из молитвы в самом конце: не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. אז אנחנו נדבר היום על המושג, על ניסיון בעצם. Сегодня мы будем говорить про слово искушение или испытание. כי זה כלי רוחני והוא כלי חשוב בחיים שלנו. Это духовный инструмент, это очень важный инструмент в нашей жизни. זה כלי שהוא חייב להיות בחיים שלנו. И это инструмент, который обязан быть в нашей жизни. וזה כלי שנרצה או לא נרצה, הוא יהיה בחיים שלנו. И хотим мы этого или нет, он все равно будет в нашей жизни. כמו שאנחנו יודעים שתפילה זה חשוב. Как мы знаем, что молитва – это очень важная вещь. קריאת כתובים זה חשוב. И чтение Писания очень важно. קהילה זה חשוב. Ходить в общину очень важно. ואנחנו מתנסים בזה ומתהלכים בזה. Потому что и мы все испытываемся в этом, и мы ходим в этом. אז אנחנו צריכים גם להיות מנוסים ומקצוענים בעברת ניסיונות. И также мы должны быть профессионалами в правильном прохождении испытаний. ויש לי כאן שאלה, מי אוהב כאן תקופות של ניסיונות? И у меня здесь вопрос есть, кто любит проходить периоды испытаний? שערים את היד. Поднимите руки, кто любит испытания? אף אחד. Никто не любит. מי עובר עכשיו דרך ניסיונות? Кто сейчас проходит испытания? תרימו את היד. Поднимите руки. יפה, אנחנו קהילה של פריבילגים. Тоже мы очень привилегированная община, я смотрю. Мало кто проходит испытания. ומי פעם עבר ניסיון ממש רציני בחיים? И кто когда-то проходил очень серьезное испытание в жизни? אבל כשהסתכל בדיעבד, אמר, וואו, זה שווה את זה. И когда он посмотрел назад, он говорил, это того стоило. ורוב הניסיונות הם כאלה או אמורים להיות כאלה? И правильные испытания от Бога, они такие или, по крайней мере, должны быть такими. כשאנחנו מסתכלים בדיעבד, אומרים, וואו, זה שווה. Когда мы смотрим назад, мы говорим, оно того стоило. ויש גם תקופות מוזרות בחיים. И также есть очень странные периоды в жизни. של שקט מוחלט. Когда у вас полная тишина. והכל בסדר. И все в порядке. ואין שום ניסיון. И нет никаких испытаний. ואם אנחנו באמת מאמינים. А если мы действительно верующие? אם התקופות האלה ארוכות מדי, אנחנו צריכים להתחיל לדאוג. Если такие периоды в жизни у нас слишком затягиваются, то нам стоит начать переживать. כי יש הרגשה מוזרה כזאת, יותר מדי טוב לי. Потому что есть такое странное чувство, слишком все хорошо. והבשר נמצא בנוחות יתרה. И наша плоть находится в чересчур долгой зоне комфорта. ואני בטוח שלכל אחד פה יכול לספר, לא משנה בן כמה, אתה צעיר או מבוגר, כל אחד יש לו ניסיון. או כמה ניסיונות שהוא ישמח לחלוק עם אנשים אחרים, וזה עדות חזקה מאוד. И я уверен, что у многих из нас, неважно, молодые вы или в возрасте, есть были какие-то испытания, и вы можете поделиться своим свидетельством с другими людьми. אבל בגלל שאנחנו לא מבינים את המטרה של הניסיון, או איך המערכת של ניסיון עובדת, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים. Иногда, когда мы не понимаем цель испытаний, или как работает эта система прохождения нас, провождение нас через испытания, то мы не очень понимаем, что происходит. אז אנחנו לא יכולים לנצל את הכלי הזה למקסימום, ואנחנו רוצים רק שזה ייגמר. И мы просто не можем использовать с максимальной пользой этот инструмент, и мы просто хотим, чтобы все поскорее закончилось. אז אני חושב שנושא מאוד רלוונטי ופרקטי, ואנחנו ננסה לפרק את מושג הניסיון היום. И это очень практичная тема, и мы постараемся сегодня понять, что такое период испытаний. כמובן, לאור הכתובים. Естественно, в свете Писания. אנחנו נתחיל מדניאל 11:35. Мы начнем с книги Даниила, 11 глава, 35 стих. Да? Прочитать? Да. «Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока».
יש פה חלק קטן על ניסיונות שדניאל מדבר עליהם. Есть тут часть испытаний, про которых говорит Даниил. אבל כאן אנחנו רואים שיש מטרה לניסיון. Но здесь мы видим, что есть какая-то цель для испытаний. שזה התקדשות וניקיון. Это очищение и убеление. דבר שמלא אותנו לרמה אחרת. Это что-то, что переводит нас на более высокий уровень. וגם מחזק את המלכות. И также укрепляет царство. ככל שיותר אנשים, בוא נגיד בקהילה, עוברים ניסיונות מסוימים ועומדים בהם. Потому что чем больше людей вообще проходят испытания и проходят их правильно, тогда их личный духовный уровень растет, и тогда укрепляется царство. Тогда небесная армия укрепляется более сильными воинами. Яков 1. Иакова 1 глава. Пасук 2 и 3. Первый и второй стихи. לשמחה גדולה חישבו זאת אחי, כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות, שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. ופסוק 4, ותהיה הסבלנות שלמה בפועלה, למען תהיו שלמים, ובלא דופי ולא יחסר לכם דבר. И четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Яков здесь говорит, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Или у Якова не все в порядке с головой. Или он знает что-то, что мы не знаем. כנראה יעקב היה בסדר גמור. Я думаю, что все-таки у Якова было все в порядке с головой. אבל הוא הכיר את הניסיונות בצורה הרבה יותר מקצועית והיה הרבה יותר קרוב לאלוהים. Но он по-другому узнал испытания, и он намного ближе знал Бога. אז אנחנו ננסה להגיע למצב של אנחנו עוברים ניסיון עם קצת שמחה לפחות כמו יעקב. И мы сейчас попытаемся понять, почему нам стоит проходить испытания, но хотя бы с небольшой радостью, но немножко с радостью, то, о чем говорит Яков. כמו שגם כתוב היה בספר דניאל, הניסיון מביא אותנו לידי שלמות. И как уже мы до этого прочитали в книге Даниила, что испытание ведет нас к совершенству. אנחנו חיים את החיים שלנו, אנחנו די מתפרקים בדרך. Мы живем нашей жизнью, мы иногда ломаемся на своем пути. והניסיון עצמו כשהוא מגיע, המטרה שלו להביא אותנו לשלמות. И когда приходит испытание, цель испытания сделать нас совершенными. אנחנו יודעים שהתהליך עצמו, כי תהליך הוא לא נוח, הוא כואב. Мы знаем, что сам процесс, он неприятный, он болезненный. אבל פי הכתובים, כל תהליך שכזה חייב להסתיים במשהו חיובי. Но согласно Писаниям, всякий такой процесс должен закончиться чем-то положительным. אז יעקב גם מכיר את התהליך שזה כואב ולא נוח. Поэтому Яков знает этот процесс, который неприятный и который болезненный. אבל הוא יודע שיש סוף לזה והסוף הוא טוב. И он знает, что есть этому конец, и конец этому хороший. וגם כשאנחנו לפעמים חושבים משהו קורה לי בחיים, כנראה זה עונש על חטא. И когда мы думаем, что что-то происходит в нашей жизни, это наказание за грех. ומצב כואב בעקבות חטא. И это болезненное состояние у нас из-за греха. А מצב הזה מגיע גם בתור ניסיון לתיקון. И это состояние приходит к нам как опыт для исправления. וזה קורה כי לאלוהים אכפת מאיתנו. И это происходит только потому, что Богу не все равно, что с нами. אם אני חוטא כל כך הרבה פעמים, ואז לא מגיע שום ניסיון, זה כבר סימן מאוד מאוד לא טוב. Если я грешу, и за это не приходит наказание, / испытание, то значит состояние очень опасное и нехорошее. זה כבר דעתי. Мне это просто мое мнение, мне так кажется. ניסיון בעקבות ניסיון, וניסיון בעקבות חטא, צריך להתייחס אליהם כאותו דבר, כאותו תהליך. Потому что испытание это как наказание за грех или испытание ради испытания, в принципе это одинаковый процесс и одинаково стоит к нему относиться. כי כשאנחנו עוברים ניסיון בתקווה וציפייה, אנחנו עוברים אותו כבר בצורה אחרת. Потому что когда мы проходим испытание с ожиданием и с надеждой, то мы проходим его уже по-другому. כי רוב הניסיונות שהיינו, כשהיינו, נגיד, צעירים באמונה, זה די מלווה בפחד ותסכול. Потому что когда мы были новыми людьми в вере, испытания мы принимали со страхом и с разочарованием.
כי אנחנו רק רוצים שהבשר יפסיק לסבול. Потому что мы только хотели одного, чтобы наша плоть перестала страдать. אם ניגש שנייה בהגדרות המילוניות של ניסיון, если мы посмотрим, что написано в словаре про испытание, אז קודם כל נבדוק קצת את היוונית. Давайте мы сначала обратимся к источнику, это греческий язык. מה שכתוב בברית החדשה על ניסיון זה פיירסמוס. То, что написано, слово ניסיון, слово испытание в Новом Завете, как? פיירסמוס. זאת אומרת, זה מבחן או ניסוי? Это экзамен или опыт? Эксперимент. Эксперимент. Экзамен или эксперимент. כשאנחנו מסתכלים בעברית, זה גם נהיה עוד יותר מעניין. А когда мы смотрим, что такое испытание на иврите, становится еще более интересно. כי יש ניסיון שהוא ניסיון רוחני. Потому что есть испытание духовное. ויש ניסיון כמו שיש לנו בעבודה. Есть испытание, когда у нас есть, которое у нас есть на работе. זה искушение и опыт. ניסיון, испытание духовное – это искушение. А испытания, допустим, на работе – это опыт. И нам нужно понять, что это не просто так, так оно, как оно есть. Два смысла испытания, которые есть опыт. Это то знание, которое ты приобретаешь в определенной области из-за определенных действий, которые ты проходишь. И это равно жизненного опыта или жизненной мудрости. И наше прошлое, неважно, физическое оно или духовное, оно будет влиять на наше будущее. И это ניסיון שלנו בחיים. Это наш жизненный опыт. Когда мы пишем резюме для того, чтобы нас приняли на определенную работу, мы пишем наш опыт. כל ההיסטוריה, מי אני, מה נהייתי אחרי 10 שנים, אז המעביד יכול להסתכל. Всю историю нашего образования, рабочего опыта, чтобы будущий работодатель мог понять, кто мы такие. הוא יכול להבין מזה את האופי שלנו, איך התמודדנו עם דברים, כמה זמן היינו במקומות מסוימים. Он может понять также наш характер, как мы справлялись с определенными вещами, сколько времени мы задерживались на одной и той же работе. הוא יכול להגיע, על פי זה הוא מגיע למסקנות, אם לקחת אותנו או לא. И согласно нашему резюме, он может принять первичное решение, принять нас на работу или нет. הגדרה רוחנית של הניסיון. А духовное определение опыта. מבחן בו אלוהים בוחן את האדם על ידי פיתוי או יסורים. Это тот экзамен, через который Бог проводит человека через искушение и исурим. Питуем, исурим. И запрещения какие-то. איסור, כשאתה סובל. Или страдания. כן. אז אנחנו ניקח את ההגדרות כמו שהן, מהתנ"ך ומהמילון. И вот мы возьмем это определение с Танаха и со словаря. והם אלה שעזרו לנו להבין טוב יותר ניסיון מהו. И это поможет нам лучше понять, что такое испытание. ומאוד אהבתי דווקא מהיוונית, שזה ניסוי. И я, кстати, очень мне понравилось определение, перевод с греческого, что это опыт. Эксперимент. Это эксперимент. כי זה מאוד מעניין. Потому что эксперимент это очень интересно. כולם פה היו בבית ספר ועשו כל מיני ניסויים. Все были в школе и все делали какие-то эксперименты. ויש לניסוי כמה תהליכים. Есть у эксперимента несколько этапов. יש הכנות. Есть подготовка эксперимента. שאתם אוספים את כל הפריטים שהולכים להיות לקראת הניסוי. Это мы собираем все вещи, которые нам понадобятся для эксперимента. ואז אנחנו מדליקים איזה משהו. Потом мы что-то на уроке химии поджигаем. Химичим. ואז יש התחלה של הניסוי. Потом есть начало этого эксперимента. יש אמצע. Есть середина. שזה תהליכי בירה או עוד כל מיני דברים כאלה ביולוגיים. Это различные биологические процессы. ויש סוף. А потом есть конец. ניסוי נגמר. Закончился эксперимент. ואנחנו מפיקים את הלקחים. И мы из этого берем урок какой-то. אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו נכנסים לסוג של ניסיון מסוים, אנחנו מרגישים את ההתחלה. Мы должны понять, что когда мы проходим эксперимент, мы чувствуем начало.
משהו משתבש, משהו מתרחש. Что-то происходит, что-то усложняется. אלוהים עשה אותנו מספיק חכמים בשביל להבין את ההתחלה. Бог сделал нас достаточно умными для того, чтобы мы поняли, что мы заходим в какой-то опыт, переживание, эксперимент. למה הוא עושה את זה? Почему он это делает? כדי שנכין את עצמנו. Для того, чтобы мы могли приготовить себя. הוא אף פעם לא מילו סתירה או משהו פתאומי, לרוב זה לא כך, אנחנו יחסית אנשים די רגישים רוחנית. Он не дает нам пощечину, мы достаточно духовно чувствительные люди. אז אנחנו צריכים להכין את עצמנו ולתת לאלוהים להוביל, כי הפחד מתחיל להתקרב. Мы должны подготовить себя и дать Богу вести нас в это время, потому что подступает страх обычно в это время. אנחנו עוד מעט נדבר על הפחד. Мы скоро поговорим про страх. פחד תמיד זה הדבר שידלק ראשון. Страх это всегда что-то, что зажгется в нас первым. חוסר נוחות, אני לא שולט במצב, אני מתחיל לאבד שליטה על המצב הכלכלי, הרוחני, המשפחתי. Что-то неудобное, что-то, что мы теряем контроль и состояние духовное, финансовое в семье в нашей. אז אנחנו יודעים שהניסיון התחיל, ואנחנו יודעים כבר עכשיו, היום למדנו, איך הניסיון נראה. זה המערכת שאנחנו נכנסים אליה. Мы вот сейчас как раз научились тому, что мы видим, что мы, когда мы заходим в испытание, по крайней мере, мы можем определить начало. זה קצת דומה לאישה שעומדת ללדת. Это немножечко похоже на женщину, которая собирается рожать. היא מתחילה להרגיש, אני לא אישה, אני לא יודע, ככה סיפרו לי, היא מתחילה להרגיש התרגשות. Я не женщина, я не знаю, как это, но мне, по крайней мере, рассказали, что женщина начинает чувствовать какое-то волнение. И с этим волнением приходит страх. Но это не остановить уже невозможно. Готова ты или не готова, ты все равно в конце концов родишь. Процесс необратимый, тебе придется это пройти. И ребенок все равно выйдет на свет. Им от мухана. Если ты готова, ולקח דולה, и ты взяла себе в помощь хорошую дулу, את קצת יודעת למה לצפות. Тогда тебе будет намного легче, и ты будешь знать, чего ожидать. אם את לא מכנה, а если ты не готова, אלוהים יודע מה יהיה, тогда Бог знает, что с тобой будет. אבל עדיין יצא. Но ребенок все равно рано или поздно выйдет. ניסיון זה אותו דבר. Поэтому опыт – это то же самое. ניסיון יהיה, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. Испытание – это то же самое. Испытание придет, хотим мы этого или нет. יהיה התחלה, אמצע וסוף. Всегда будет начало, середина и конец. אבל הכל תלוי במוכנות הרוחנית של הדבר הזה. Но все зависит от нашего духовного, от нашей духовной подготовки. היום קראנו את זה כבר קורינתים א'. Сегодня мы уже прочитали Коринфянам, 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Какая прелесть! Бог ободряет нас, что Он никогда не даст нам что-то, что мы не можем перенести. Но кто определяет, какова, что наш максимум, что мы можем перенести? Мы думаем, что наш максимум здесь, и здесь это все наш, наш конец. А Бог, который нас сотворил, Он говорит, нет, твой максимум не здесь, а здесь. Я не здесь остановлюсь, а я дойду до конца. Если вы видели, что люди готовы делать под воздействием адреналина, или от страха войны, или что-то в этом роде, они способны на намного больше, чем когда они находятся в зоне комфорта. И максимум человека – это его последняя, самая высокая точка под воздействием адреналина. И Бог хочет показать, вот так вы можете, когда вы вместе со мной. Я определяю вашу возможность, не вы.
ואני לא אתן מעבר לזה. יאני נדם вам выше этого. העובדה הזאת עוזרת לנו להבין. Этот факт помогает нам понять. שכל נמצא בתוך הניסיון זה בסדר. Что пока мы находимся в испытании, все в порядке. כנראה אני מסוגל לזה, עד כמה שאולי יהיה כואב. Скорее всего, я способен вынести это тоже. והמסוגלות שלנו גם גדלה, גם רוחנית וגם פיזית. И наша способность возрастает и духовная, и физическая. אנחנו מסוגלים להרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. Мы способны на много больше, чем мы думаем. И тот, кто ответственен за этот, за это испытание, эксперимент, за этот эксперимент, זה לא האדם המתנסה, это не тот, который производит, этот человек, который производит эксперимент. זה גם לא הסטן שאנחנו אוהבים להאשים אותו. И это не сатана, на которого мы любим сваливать всю вину. האחראי על הניסוי הזה זה רק אלוהים. А ответственен за этот эксперимент только Бог. כל התנאים של הניסוי הזה, כל האישורים שניתנו לניסוי הזה, זה רק אלוהים. Все разрешения, все условия, которые были получены для этого эксперимента, были получены от Бога. ספר איוב זה דוגמה מצוינת לכך. И книга Иова это очень прекрасный пример этому. יש ניסוי. Есть эксперимент. על בן אדם. Который проводится над человеком. ואלוהים שולט לגמרי בכל שלב ושלב של הניסוי. И Бог контролирует абсолютно все уровни этого эксперимента. גם אם נראה לנו שפתאום אלוהים יצא מהגבולות, даже если нам кажется, что Бог немножко вышел за рамки дозволенного, אז הוא לא. Он не вышел. וספר איוב דוגמה מצוינת לזה. И книга Иова прекрасный пример для этого. אז אם אנחנו מדברים על הניסוי, поэтому если мы говорим про эксперимент, אז ישנו את אלוהים שהוא מנהל של הניסוי. У нас есть Бог, который является управляющим этого этим экспериментом. ואנחנו החומר. А мы это подручные материалы. ואיפה קורים כל הניסויים? И где происходят все эти эксперименты? בדרך כלל? Обычно где? יפה, מי אמר? במעבדה. В лаборатории происходит. אנחנו צריכים להבין שיש מעבדה מסוימת. Мы должны понять, что есть определенная лаборатория. אני בחורчик, אני לא ביולוג, אני רחוק מזה. Я не биолог, я очень далек от всего, что связано с биологией. אבל בטיחות בשלבי ניסוי זה הדבר הכי חשוב שיש. Но безопасность для всех уровни эксперимента это что-то очень важное. ברגע שהבחור שמנסה משהו, רואה שמשהו יוצא מכלל שליטה, הוא מכבה את זה. Как только экспериментатор видит, что эксперимент выходит из-под контроля, он тут же его останавливает. שום דבר לא יוצא מהמעבדה הזאת. Ничего не выйдет за рамки этой лаборатории. חוץ מהקורונה של סינים. Кроме ковида, который китайцам удалось таки распространить. שם הייתה פשלה. Там что-то вышло из-под контроля. אז בוא נראה באיזה מעבדה אנחנו נמצאים. Давайте мы посмотрим, в какой лаборатории мы находимся. והיא כתובה בתהילים 90 ברוסית, 91 בעברית. И она находится, эта лаборатория, мы можем увидеть, открыв псалом 90. זה תהילים האהוב עליי. Это самый любимый мой псалом. הוא נכתב על ידי דוד. Псалом 90 написал царь Давид. הוא ידע מה זה ניסיונות. Который знал, что такое испытание. הוא ידע מה זה להיות לבד, הוא ידע מה זה להיות דחוי על ידי משפחה. Он знал, что такое быть в одиночестве и отвергнутый своей семьей. הוא ידע מה זה מלחמות. Он знал, что такое войны. הוא ידע מה זה חטאים ומה החטאים האלה גורמים לאנשים סביבו. Он знал, что такое грехи и какие последствия грехов могут быть вокруг него. הוא ידע מה זה מוות של בנים. Он знал, что такое терять своих сыновей. אחד מהם תינוק, השני בוגר. Он потерял одного сына в младенческом возрасте, второго взрослым. ובעקבות כך הוא יצר את התחושה הזאת של הניסוי. И он смог описать это чувство испытания. בוא ננסה לקרוא אותו מהר. Давайте мы прочитаем этот псалом быстро. ואז נפרק אותו גם כן. И потом также поговорим про него. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от губительной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи и
десятки тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и влю ему спасение мое. Это то окружение, в котором мы находимся и в котором мы живем. И когда нам даже не кажется, что это так, это факт. Иногда нам нужно просто как маленьким детям принять что-то как факт. Даже когда происходят безумные вещи, мы все еще находимся под кровом Всевышнего. Мы начинаем видеть и чувствовать неприятные вещи. Написано, что все это произойдет и так должно быть. Но лаборатория, стены лаборатории все еще стоят. Вы увидите страшные вещи, вы можете пережить какие-то болезни, и есть для этого причина. Но все еще Бог с нами там находится. Но Он хочет, чтобы мы это увидели и пережили, и для этого есть определенная цель. И как я уже сказал, самое ужасное, что есть в периоде испытаний, это страх. Потому что страх может многое испортить. Помните, когда началась эта корона, можно было принимать какие-то решения, исходя из страха. И сделать очень много ошибок. Потому что ты хочешь выжить, ты не хочешь умереть. И есть параллель, что испытание равно война, и что? И это согласно Священным Писаниям. Есть постоянная война плоти и духа. Но война намного более агрессивна, чем испытание. Потому что и духовное, и плотское знают, что есть ограничения во времени. И плоть, и дух знают, что у них сейчас ограниченная во времени битва, и они за время, за ограниченное данное им время хотят достигнуть больше всего. И нам нужно понять этот процесс, потому что конец должен был быть хорошим. И если мы сейчас коснемся понятий войны, есть великий полководец, которого зовут Карл фон Клаузевич. С 18 века. И сегодня в военных академиях учат его теории. Он сказал очень интересное предложение. Война — это царство неведения. Или неопределенности. Неопределенности. Лама ми явадаут. Почему неопределенности? А? Что? Туман войны. Okay. Война — это... Лама я вадаут? Почему туман? Почему неопределенность? Потому что даже если ты можешь предугадать, как она начнется, война, никто точно не знает, как она закончится. Никто не знает, когда она закончится. Никто не знает, откуда нападет враг. И всегда есть страх. И что тогда делают? Не воюют люди? Они берут это определение, понимают его.
ומנסים לתכנן מספר תוכניות. И пытаются простроить несколько планов и программ. ולהתאמן לקראת זה. И подготовиться к этому. כי בלי להיכנס למלחמה לא יהיה שום ניצחון. Потому что без того, чтобы ты заходишь в войну, у тебя не будет победы. אי אפשר להגיע לניצחון בלי ללחם ובלי קרבות ובלי עבודות. Невозможно без потерь боев получить победу. זאת אומנות המלחמה. Это называется искусство войны. ואלוהים משווה את האומנות הזאת כבר גם בתנ"ך. И также Бог сравнивает искусство войны с в Танахе. Омар, קחו את החרב, קחו את הקסדה. Он говорит, что нам нужно облечься в духовное всеоружие, нам нужно взять меч, нам нужно взять шлем. כי אתם הולכים להילחם. Потому что вы собираетесь выходить на войну. הניצחון הוא שם, לא על הספה. А победа там, не на диване. אם לא תתאמנו, אתם תפסידו. Если вы не будете тренироваться, то вы проиграете. ויש פחד שהוא גם מצוין. И есть хороший страх. אנחנו נחלק את הפחד לשני סוגים. Мы разделим этот страх на две категории. יש פחד לא טוב, לא בריא. Есть страх нехороший, нездоровый. כשמגיע מצב לא נעים, הבדם קופה. Когда приходит неприятная ситуация, то человек как будто парализован страхом. הוא כל כך פוחד מהמצב והחוסר שליטה על המצב, הוא קופה. Настолько он боится, что этот страх его парализует. הוא מתחיל לקבל החלטות שגויות. Он начинает принимать в этом состоянии неправильные решения. כי הוא לא מבין את המצב, הוא רוצה שהוא ייגמר ונקודה. Потому что он не понимает это состояние, ему хочется, чтобы оно просто закончилось и все. והתוצאות יהיו לא טובות. И результат такого страха будет плохой. גם התהליך לא אפקטיבי. И процесс будет неэффективным. הבשר יפסיק לסבול. Несмотря на то, что ваша плоть перестанет страдать, но не будет хорошего духовного результата. Бог наш Отец. Если мы взмолимся, чтобы Он прекратил, Он прекратит. И Он подождет другой, более подходящий период. Есть пахат, что барый, что готов. А есть страх, который хороший, он здоровый страх. Бог сотворил нас также вместе с нашими страхами. Он допускает в нас это чувство. Тот страх, который Бог допускает в нас, это страх, который ведет нас к выживанию. בשביל לשרוד, בשביל לקבל את המצב כמו שהוא. Для того, чтобы выжить, для того, чтобы принять положение таким, какое оно есть. אנחנו צריכים להבין את הסיטואציה. Нам нужно понять ситуацию. ועדיין שאנחנו פוחדים, אנחנו מנצלים את הפחד הזאת להישרדות ולקבלת החלטות יותר נכונות. И когда мы боимся, то мы используем этот страх для выживания и для принятия правильных решений. כי אם אנחנו עוד פעם משווים את זה לצורה של מלחמה. Потому что если мы сравниваем это с ситуацией войны. וראיתם את זה בטח בסרטים. И вы видели, наверное, фильмы про войну. יש פה אנשים שראו את זה לא בסרטים. А есть здесь люди, которые видели войну не в фильмах. כשיורים עליך. Когда в тебя стреляют. יש שני דברים. Есть две вещи. אתה מפחד. Ты боишься. ואתה רץ לאן שיורים. И ты бежишь туда, куда стреляют. בשביל לנצח. Для того, чтобы победить. זה נגד כל היגיון. Это противоречит всякой логике. אבל זה בדיוק אומנות המלחמה. Но это и есть искусство войны. וזה אחד לאחד מה שכתוב בכתובים. Это один в один, что написано в Писании. טוב, אביא אותה בקצרה. Короткий пример я вам дам. יש יחידות שקוראים צנחנים. Есть в армии часть, которая называется десантники. אז הם לומדים לצנוח. Десантники учатся прыгать с парашютом. אחד האימונים הכי חשובים שלהם, יש מתקנים ממש ממש גבוהים. Есть одно из учений десантников, это есть такие высокие вышки. מעלים אותך ל-100 מטר. Тебя поднимают на 100 метров в вышину. קושרים בחבל מסוים. Тебя завязывают какой-то веревкой. ואומרים תעשה צעד. И говорят, сделай шаг. כל מה שצריך לעשות זה רק צעד אחד. Все нужно сделать, это только один шаг. ונותנים לך שלוש ניסיונות. И тебе дают три попытки. לא עשית את זה, אתה יורד מהמתקן. Не можешь, спускаешься с этой вышки. אף אחד לא מפריח, אף אחד לא נוגע בך. Никто тебя не заставляет, никто тебя не толкает. על פי האימון שלך, על פי זה שאתה סומך על המערכת, אתה צריך לעשות את הצעד הזה. Согласно твоей вере, согласно то, что ты понимаешь, что система работает, ты в надежных руках этой веревки, и ты должен сделать этот шаг.
Потом через 2 недели тебя поднимают на самолет. Матос таз, подхим та делет. И самолет летит, открывают дверь. И говорят, шаг. Но здесь, если ты не делаешь этот шаг, מדריך לוקח אותך, тебя берет ведущий. И немножечко толкает. Вызрокет хамаматос. И тебя выкидывает самолет. А та тирце, та ло тирце, а та тауф маматоса за. Здесь ты хочешь или не хочешь, с самолета ты вылетишь. Есть хок эхад бе курс сниха. Есть один закон на курсе прыгания с парашютом. Матос ло нухет им анашим. Самолет не приземляется на борту с людьми. После того, как самолет вытолкнул всех солдат, те инструкторы, которые учили тебя весь этот курс, прыгают вместе с тобой. Они не остаются на самолете, все прыгают. כשאתה עומד במטוס, אתה אומר, אוקיי, יש סיכוי שאני אמות. Когда ты стоишь на этом самолете, ты думаешь, ну есть, наверное, шанс, что я умру. אולי אני אשבור משהו סטטיסטית. Возможно, я согласно статистике даже что-то себе сломаю. אבל תמיד זה מה שמצופה ממך, וזה מה שצריך לעשות, וכנראה יהיה בסדר. Но это то, что от тебя ожидается, это то, что нужно сделать, и скорее всего все будет хорошо. זה פחד טוב, זה פחד נכון. Это страх хороший, это правильный страх. אתה מתרגש, אתה מתמלא באדרנלין. Ты волнуешься и ты наполняешься адреналином. Ты надеешься на то, что парашют раскроется вовремя. Если один не раскроется, есть второй. Ты сделал много тренировок для того, чтобы справиться с этой ситуацией. В конце концов, тебя подготовили к тому, чтобы спуститься на землю и бежать в направлении тех людей, которые в тебя стреляют. Но если ты не сделал этот шаг на тренировках, то ты не сможешь прыгнуть с парашютом. Ты не увидишь великие вещи, ты не переживешь это волнение победы. Ты не увидишь, что такое победа. Ты не увидишь, что такое испытание. אנחנו נחזור למזמור. Мы вернемся к псалму. פסוק 9. 9 стих. תקראו אותו, אני לא אקרא בעברית. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. אנחנו לוקחים זה פסוק כמפתח. И мы берем этот стих как ключ. אך ורק שאנחנו מכריזים שהאדון הוא אחראי על הניסיון שלנו ועל החיים שלנו, אנחנו נצליח. Только тогда, когда мы провозглашаем, что Господь упование мое, и когда мы выбираем Всевышнего своим прибежищем, мы сможем преуспеть. Когда мы впадаем в сложную ситуацию, мы сначала пытаемся сами, своими деньгами, своими связями, своими способностями и возможностями. בזמן שאנחנו שוברים את הראש ביכולת שלנו, אלוהים זז הצידה ומסתכל. И в то время, когда мы пытаемся сами, Бог встает в сторону и смотрит на нас со стороны. ואחרי שאנחנו נגמרנו כבר, а потом, когда мы все перепробовали, אז הוא חוזר חזרה. Он возвращается на место свое. אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים בשביל לתת לו את השליטה לניסוי כבר בהתחלה דרכו. Нам нужно быть достаточно мудрыми и умными, чтобы с самого начала все отдать в его руки и не пытаться самим. בפסוק 13 ו-15, עד 15. Из 13 по 15 стих написано. אלוהים מבטיח את הניצחון. Что Бог обещает нам победу. ניצחון יגיע, יהיה סוף למה שאתם עוברים. Победа придет, конец того, что вы проходите, придет. ואם אנחנו נגיע לסוף, שאלוהים תכנן הסוף יהיה טוב. Если мы придем к концу так, как Бог его запланировал, то конец будет хорошим. Когда мы начали говорить про слово «испытание», у слова «испытание» «нисайон» есть корень. И какой корень слова «нисайон»? 3 буквы корня. נכון. Нун самых ют. Нун самых ют, наси. זה המרכז של מילה ניסיון. Это центр слова ניסיון. זה ניסי, או שזה הנס שלי.
Это неси, на иврите переводится «моё чудо». О, нес Элохим, нес нун самых юд. Или нун самых юд – это Божье чудо. Элохим роце ласот бехем шелон несим. Бог хочет делать чудеса в нашей жизни. У ло яхол альпия стандарт шло ласот несим на нашим шушухвим ала сапа руханит. Он не может давать чудеса людям, которые лежат на диванах духовных. Шу нихнас лтох салон шелану. Когда он заходит в наш салон, דברים שהם לא יכולים לסבול אותו, האפור והשחור מתחילים לגוש. То, что не может пребывать в Божьем присутствии, серое и черное, оно постепенно убегает. בשביל לפרק את הדברים האלה, זה באמת כמו ניסוי במעבדה, הוא צריך להביא אש, הוא צריך להעביר חומר בעירה כימי. Для того, чтобы убрать серое и черное, ему нужно точно так же, как в лаборатории, принести какой-то огонь, чтобы сжечь это. ניסיון תמיד ולעולם יגמר בנס. Всегда ניסיון, всегда испытание закончится чудом. אנחנו חייבים לקחת זה כעובדה. Нам нужно принять это как факт. לא אולי. Не может быть. כל אחד שיסתכל על החיים שלו, כל מי שיושב פה, תודה לבריא ושלם, שיסתכל על ניסיונות שעבר. Каждый, который сидит здесь, живой и здоровый, пусть посмотрит на те испытания, которые он прошел. לעולם אין נוסחה אחרת לניסיון. Нет другой формулы для испытания. ישוע עבר ניסיון פרקטי מאוד במדבר. ישוע перенес испытания в пустыне. הוא הבין שהוא הולך למדבר. Он понял, что он идет в пустыню. והוא הפעיל את הכלי הכי גדול שהוא יכול. И он задействовал самый правильный инструмент, который только мог. התפלל. Он молился. הוא ידע שהוא לא יכול לעמוד בניסיון לבן, הוא חייב מישהו אחר. Он знал, что он не может сам в плоти перейти это испытание. הוא נלחם בשטן והוא ניצח. Он сражался с дьяволом, он одержал победу. ואז מה היה? И что потом было? הגיע נס. Пришло чудо. הגיעו מלאכים וחזקו אותו ושיפרו את המצב הרוחני שלו כהכנה למשהו הבא. Пришли ангелы и укрепляли его, или просто утешили его состояние для следующего процесса. הוא לא היה צריך את הניסיון הזה בכלל. Иешуа это не тот, кто должен был, кто нуждался в этом испытании. לא הייתה בכלל אפשרות שהוא יחשל. И не было никакого шанса, чтобы он не преуспел. Он сделал это ради нас, для того, чтобы мы поняли систему испытаний. И в Евреях 2.18 написано, из-за того, что он прошел успешно все эти испытания, он также может помочь тем, которые проходят эти испытания. Он говорит, это моя задача как пастыря. Это факт. Нет никакой нужды, чтобы мы сами по себе проходили эти испытания. Если мы проходим испытания с ожиданием, с волнением и даже с немного радостью, тогда ваш результат просто превзойдет все ваши ожидания. Будут многие испытания. На каждом уровне и в каждом возрасте. И мы закончим Псалмом 32:20-22. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Посук 22. 22 стих. Еще раз прочитаем. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Есть по тнай. Здесь есть условия. Кол это нах мале бетнай. Весь Танах полон условий. Лешуа энд най. Для спасения нет условий. Но для хорошей, эффективной жизни на правильном духовном уровне есть условия. יש מצב קשה, הבאתי אותך עד אליו בשביל לקדם אותך. Есть сложная ситуация, я привел тебя к этой ситуации для того, чтобы продвинуть тебя. אתה שם אותי אדון על המצב הזה. Ты поставил меня Господом этого состояния, и ты уповаешь на меня. И я беру тебя и веду тебя туда. Я не отменяю это состояние, я провожу тебя через это состояние. Ты не знаешь меня достаточно хорошо, ты не уповаешь на меня,
ты пытаешься сам по себе, תלך לבד. Так попытайся дальше. זה התנאי, אין פה משהו אחר. Это условие, здесь другого нет. זה כל הפונקציה של התהליך הזה, התקרבות לאדון. Это все функции этого процесса, приблизиться к Богу. זה מאוד מאוד פרקטי. Это очень практически. וזה גם היסודות שיבריחו את הפחד הרבה יותר רחוק. И это те основы, которые изгонят страх намного дальше. כשאני לא יודע מה יהיה, אבל אני מצפה, כי אני יודע שישוע שם, שם כבר. Когда я не знаю, что будет, но я в ожидании, потому что я знаю, что Ишо уже находится там давно. אני כבר לא מפחד, אני מצפה, מה הוא יעשה? Я тогда не боюсь, я просто ожидаю, что он сделает. המצב, הבשר שלנו משתגע, איך אני יכול בכלל לעשות דבר כזה? Наша плоть просто с ума сходит и думает, как же это можно пережить. אבל תנסו, זה מאוד כיף. Но попытайтесь, и вы увидите, как это классно. בהצלחה לנו, בניסיון הבא. И удачи нам в следующем испытании. Thank you.